Расписать салон машины, барбершоп, квартиру или даже ресторан в Скале – все это может Дмитрий, ему 20 лет, в каллиграфии почти 2 года. Экспрессивно, гармонично, стильно оформляет буквы и целые надписи. В каждой работе свой смысл. Определенного рода для меня несет смысл каллиграфия – это написание какой-то определенной истории. Был проект, где я рисовал крышу жилого дома. Я там написал на крыше прям. Каждая форма есть жизнь, каждая жизнь имеет значение. То есть для меня это определенный смысл. Я это все зациклировал в круги. Для меня это как бы свое вложение в какую-то историю. Каллиграфия – это искусство писать красиво. Цикличность, абстракция, нестандартный подход – вот что бросается в глаза с первых секунд. Видеоклип – совместная работа с Андреем Лирой, приднестровским видеографом и режиссером. «Моя кисть», «Мой факел» – проект о творческом пути художника-каллиграфа. В центре внимания – горящий факел. Мы его поджигали бензином. Естественно, мы все согласовывали. Я был в пещере в селе в Молдавском. Это скальный ресторан был. Когда мы приехали, получилась такая концепция идеи, что я освещаю свой путь своей кистью. Зайдя в ресторан, нам предложили разрисовать все, что мы захотим. Естественно, там очень много ходов в этой пещере, и мы нашли одну уникальную локацию, где люстра. Была люстра, она очень красивая. По-моему, диаметр люстры метр на метр. Благодаря розеткам в скале мы выставили свет, как нам нужно, чтобы получилась картинка красивая. Больше 10 ламп, один телефон и стабилизатор. Все оборудование для съемки. Кстати, на весь процесс понадобилось несколько часов. А это работа Дмитрия в столичном барбершопе. Создать 3D-эффект на стенах и увеличить пространство вполне реально. Все, что понадобится – кисть и краски. Главное – найти подходящую форму. Заказчик попросил вписать такие слова, как стиль, барбершоп, стрижка, ножницы, что-то вот все в таком плане. И в серединах квадратов каждого, где красным и синим, написано название барбершопа. Художника часто можно встретить на приднестровских фестивалях. Недавно расписывал зону на гараж-фесте. Тут важно не уйти от концепции мероприятия. Белые и ментоловые оттенки специально подобрал к декору праздника. Было принято мной решение сделать почему-то круг. Я так увидел, что все люди объединяются в круги. Определенные слои общества выставляют свои какие-то работы. Я решил, что зациклю слова определенные. Здесь, например, здесь было написано «Гараж Фест» в этом небольшом промежутке. Дальше я уже писал творчество, объединение. Дмитрий рисует с 6 лет. 2 года назад наткнулся на работы Покраса Лампаса, российского художника-каллиграфа. После начал сам изучать это искусство и разрабатывать авторские шрифты. Сам расчерчивал, у меня с геометрией плохо, но я все делал сам, потому что по-другому никак. Это очень важная штука, о которой я не знал в школе. Учите геометрию, потому что она может пригодиться даже в таких ситуациях. Скрытые смыслы, стиль и творчество. В каллиграфии Дмитрий ценит именно это. В Инстаграме делится своим опытом и работами.